Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхан, и сегодня у нас учитель пения из Нью-Йорка по имени Спектр, и у нас будет целых две реакции. Всем приятного просмотра. Добро пожаловать на наш канал. В этом видео я буду реагировать на Diva Dance Dimash. Я наслышан о Димаше и о его бескрайнем диапазоне, поэтому я хотел бы поделиться своей реакцией с вами. Мне так нравится этот красный цвет и как выглядит сама сцена. Wow. Вот это переход. Это было как по маслу. Это песня с пятого элемента. Я не думал, что человек может такое спеть. Потому что я знаю, что они много там чего намешали. Это такая каша из искусственного и человеческого голоса. Но он звучит очень хорошо. Я бы сказал, поразительно. Столько контроля. Вот эта стаккато, которую он спел. Вокальные связки, они же филигранно. Открытие и закрытие. Есть упражнения, которые помогают в этом. Итак, через весь свой диапазон. Отличное упражнение. Это было по-настоящему низко. Опуститься с такого верха вниз – это громадный диапазон. Он большой талант. Как он так прошелся? Со своей самой высокой, хотя я даже не знаю, где заканчивается его потолок. И так до самого низа... Это пока самая низкая нота. Вау. Соль 2. Это умопомешательство. Это было сумасшествие. В нем целая кладезь таланта. Но и работал он до седьмого пота. Иногда нам кажется, что все так легко. Но за этим стоит огромный труд. В своем прошлом видео я делал реакцию на Димаша. Это певец из Казахстана. И он поразил меня своими переходами с самого низа до самого верха. Это плавность переходов, при которой вы даже не слышите сам переход. Когда вы переходите с грудного голоса на головной голос, не должно быть каких-либо заминок при переходе. Сейчас я буду делать реакцию на SOS. Обладатель гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2015» Димаш Кудайберген, Казахстан. Пока живи, пока
such a Как красиво! Опять же, это контроль голоса и немножечко воздуха. На самом деле, это не так-то просто, петь так легко, пропуская воздух через голосовые связки. Можно потерять контроль, хоть чуток переборщив с воздухом. Но он делает это тютелька в тютельку, и это потрясно звучит. Я не знаю, о чем он поет, но это звучит прекрасно. Там были, конечно, немного другие слова. Это был прям очень плавный переход с легкого смешанного голоса в грудной. Вау. Когда он поет этим высоким смешанным голосом или высоким легким смешанным голосом, я ж чувствую, как высоко его небо и как много там места для создания этого звука. Это просто очень красиво. Вау. Это ж сколько там силы. Такой плотный головной голос. Или смешанный. Очень интересно. Это от ноты ми 5 до ноты фа диез. Как он ловко это сделал. Он как будто бы откинулся назад, когда брал эту высокую ноту. Я полагаю, что это помогает ему с извлечением звука. Каждый раз, когда я беру высокую ноту, я представляю этот звук в задней части моего нёба. Я как бы тяну его. Просто интересно то, что когда он брал эту высокую ноту, он откинулся назад. Думаю, он тоже как-то представляет себе эти звуки. Wow. Wow.
Все, я ку-ку. Мне нравится, как он добавляет грудное звучание. И получается такой весомый грудной голос. Как вкусно! Это очень-преочень красивейшая песня. Обойдемся без комментариев. Димаш Кудайберген, Казахстан! Вау! Очередное сумасбродное видео от Димаша. Он начал эту песню с таким легким головным голосом, с небольшим воздухом, и он закончил ее тем же образом. Это и есть динамика. Вот это настоящая динамика. Этот парень... лучше в своем деле. Всем спасибо за внимание. Вы можете поддержать наш канал по реквизитам на экране, либо в описании к видео. Вы мне очень сильно помогаете. Всем хороших выходных. Всех люблю. Всех обнял. Пока.